Вот пошли на природу, нашли пенек, на котором тестировал свое огниво. Ну и нашли немного кирпичей, куски уложили. И тестируем, будет ли кипеть снег, растопить, и чтобы закипела вода. Импровизированная печка такая. Ну, вроде снег растаял. Сейчас заглянем туда. Вроде горит. Сверху дым выходит с теплом. Ну вот такая. В следующий раз возьму котелок. Пожарю яичницу с сосисками на этой мини-печке. На пеньке. Ну, всем до скорого. Смотрите мои видео.